break. This is the United States National Guard. There are safe zones in your area. As per the National Pandemic Act and UN Red Ochre Initiative, hold until the area is clear. You will earn extraction of safety. О, сам не справился, прикольно. Хочет кто-нибудь такого себе молот, нет? Я могу провести. Ага. Бля, хуй не знаю. Да, здесь, да, Сап. Здесь нет, другой, давай. Интерактивненько, блядь. Не, давайте электроэнергию экономим. Да, слушайте, карта казенная, блядь, похуй. Карта неплохая. О, прикольно открыл. Только детали. Жаль, открывается, смотрите. Смотри, блядь, окно. О, зеркало даже работает. Нет, здесь нельзя свет зажечь, Сап? Занял на жопку. О, смотри, можно выбрать, купиться. О, прикольно, смотри, автомат. Смотри, полки открываются, охуенно. А, ты как на дашболе. О, смотри, что-то выпало. О, патроны выпали, блядь. Смотри. Подожди, а мы можем выбрать номер. Блядь, у меня кровотечение за тем. Подожди, номер. А давай ТНТ выберем сейчас, подожди. 9, смотри, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Денешь. Я думал, ты в шкафу, блядь, спрятался, ебать. Открой ящик. Ой, вода тут включается. Что да. Наверху? Пацаны, тут машина стоит наверху в этих. Ванная заполняется, все, ребят. Бля, джакузи, ёпта. Я так понял, всем карта понравилась, да? Да, а на дверь замком нельзя. Так, у меня есть зеленый, синий и красный ключ. Куда им можно их воткнуть, нет? А внизу, если на дверь. Пистолет в мусорке, смотрите. Сейф. Андрюха, ты ящик открывал? Открывал, да. Охуительно, да, сделали? Ага. Прикольно, не, прикольная карта, очень-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 
слышите? Да, все. Топор еще один, да. А тут Sims какой-то, спать нельзя, слушай. Лечь. Блин, прикольно, надо было. А вот смотри, вот деньги. Клуба. Это я принес, это ключ. Это ключ. Нет, это деньги, посмотри, это сапоник. Это ключ, вот, с деньгами. Не, это деньги просто не сделаны как ключ, чтобы не потерять. Ты хочешь сказать, что их можно вложить типа туда? Возможно. А вот это тут красное, это $1. Там же есть вендинг машин. Может, туда надо вкладывать? Ну, надо, да, я просто думал, что очки, ну давай попробуем. Блин, да, Сав, вставилось, действительно, слушай. Сейчас еще доллар. Сюда, наверху, смотри, там дырочка. Да. А что мы будем? Сейчас всего у нас есть $5, по-моему. А, да, $5, да. Давай возьмем, блядь. ТНТ. А где все зомби-то? А эти все. Отключили, да. А, блядь, я не... Всё, точнее, слушай, ты прав. Может, еще камин можно зажечь, а? Пять, это тоже пятерка. Блядь, даже почтовый ящик открывается. А что, отключены зомбаки, что ли, все? Надо мне... Да. Бля, как-то хуй не сделано, бля. Жалюзи тут работает, смотри. Опа. Да ладно, ебать. Хороший инвентарь гнуть. Что, включились, нет? Сварка, давай. Или это просто предыдущие карты, потому что были отключены, они не идут. Тебя придут, наверное? О! Тут тоже свет можно включить, на лампу просто дол нажать наверху. Блядь, пиздец. А в шкафу телевизор есть. Блядь, телевизор работает, слышишь, народ? Смотри, телевизор работает. О, прикольно. Слушайте, эту карту точно надо добавлять. Да. Хоть и не на мошка, но, блядь, мне кажется, фурор произойдет достаточно прикольный, большой. А где вы ее взяли вообще? Не знаю, написали мне в этом. И окна открываются, нихуя себе. Да. Да? 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 Я не понял, ты подтвердил или удивился? Ух, нихуя, блядь. Ай, нравится. Слушайте, а вот вы видели, здесь крестик нарисован? А, вот здесь, вот здесь на столе нарисован крестик. Да. Что-то надо туда положить. Да. О, ультрафиолет. А, вот может быть вот это? Да, ультрафиолет. Смотрите, код я открыл. Я просто гений, ёб вашу мать. Это... Короче, класс. Да, что-то какой код? Код 9247. Ой, блядь. А чё, если будет? Не, карта охуительная, блядь. По-любому надо ее оставлять в серваках. Нихуя, Сав, ты. Катился тоже, да? Ну да, это выглядело так прикольно со стороны. Да. Супермен такой.
Блять, смотри, что я сделал. Я что, въебал кулаком по полену, а камин загорелся, блядь. О, нихуя. Прикольно. Сав, закрой дверь. О, блядь. Холодно. Да, видишь? Ага. Нижняя карта, короче. Ну, ёб твою. Че, можешь динамит? Давай кидай, я такой. Уф, отойди пока. Я убегаю, кидаю. Думаю, что это спасет, если ты связь прячешь эту вещь как-то. Надеюсь, я на крыше меня это спасет. Далековато кинул. Далековато кинул. Нормально. Ну все же. Лампочку, да. Убил. А нажми-ка это включить. Они не работают. Рэп, прикольно, мочи рэп. Ага. Ой, бля. Так рэп сломал, ребят. Авор, смотрите, один райфл, ЦЗ, а где авор? Видите, внизу написано авор. Наградили нас, а где? Может, в этом сват машинке где-нибудь или где? Бегут. Ой, бегут, парни. Потом все, нифига. Ай, дверь откройте, суки! Кто держится все? Никто. Бежим. Ой, нет клумбы. Ну пиздец, я уже нихуя не вижу. Я прям забыл. Я пилсы взял, бля, то что, из этой хуйни. Ну спасибо, ёпта. Так красиво. Пролетел, бля. Полузащита для стрела. А ключ... А нет, а где ключ-то брать? Хуй знаю, где ключ брать. Может, он потом открывает? I've got 8 shots left. Ой, сзади, да нет. К вам поднимаются, пени. Карта очень добротная. В отличие от предыдущей, которую мы играли. Это синема? Синема хуенема. Так, ладно, давайте еще одну потестим. О, слышь, смотри, я кучу, блядь, на дороге, под дорогой автобус стоит. Андрюха, зацени. Да, под дорогой? Да. Прям на разлуке. Да, кстати, вы в той зомби так и сидят за этим окном. Может, туда как-то заспауниться можно? Хуй его знает. Или может здесь спасение происходит? Вот, у меня тоже, кажется, спасение, блядь. Типа он появляется из ниоткуда, блядь, ищу, нахуй, в туннель уезжает. Может быть. Кто там интим создает? Чё? Кто там интим создает? Не знаю. Рил? Да нет, мне кажется, Дэн. Дэн? Хорош, электроэнергию экономит. Хорош экономить? Экономим. Нахуй. Казённый всё. Козлина. Так Лумба оплачивает за всё, блядь. Что вы? Включаем всё, блядь. На полную, ну. Лампочки по 100 кВт, блядь, ебачь, вставляйте, блядь. Нихуя себе лампочка. Это что там такая за лампочка? На маяке такая должна быть лампочка. Блядь, стыкновай. Уф, кошмар выращивает, блядь, с такими лампочками. Лампочка 100 кВт, пиздец, блядь. Хотел бы посмотреть на эту лампочку. Особенно на счёт за неё, да, блядь? Ты её будешь добавлять, Клумба? Да, эту? Нет, зачем? Да. Конечно, буду добавлять. Конечно, не буду. Да это из всех карт сегодняшних, которые мы играли. Сам создал эту карту. Да, забор ломается, блядь. Не весь, правда. Но ломается. Я просто могу представить, сколько человек, автор потратил, блядь, времени на нее, чтобы сделать всю такую, блядь, нажимающуюся и работающую, и что, блядь, без лага. Олег там пытается наверх, что ли, забраться? Да, причем довольно успешно. Успешно, блядь, по салазкам-то. Так, еще полчаса, Полчаса? Понаблюдаю за тобой, давай.
Все, Олег почти достиг пика. Дна? Кончай, Олег. Пика, говорю, блин. Ну, сейчас он так скатился, помер, блин. И чё? Ты куда полез-то? Ну, когда же дым из трубы идет, ну ты пиздец. Ну, тут всё здесь. Стоп. Ищите ключ или сварку, или что-нибудь, блядь, ну кто-нибудь, что-нибудь делайте. Да уж везде уже облазил, чё ещё надо? Рох. Здорово. Вор домушник, блядь. Кто? Эй, ты чё? Вор домушник, иди отсюда. Фу. Ах ты ж. Хорош. Они сломали стул, блядь. Ты тут покупаешь? А? Ты покупаешь на казённые бабки-то, а? Ничего себе. Смотри, блядь, пошёл ты, блядь. Ты же зазвучь сейчас. У меня нет оружия, короче. У меня есть. Я сейчас прыгну там. Я сварку нашёл, блядь. Да, ну. Где? В столике. О, где это фонарь? В каком, блядь, столике? Покажи, подожди, где? Фиолетовая лампа. Серьёзно, там лежала? Да. Это пиздец. Да нет, вот же, вот в руке её. Да, сварку в руке. Не пиздит. Не пиздит, значит. Первая полочка справа, вот верхняя. Ой, блядь. Так, я динамит сейчас кину. Да блин, ты же сломаешь опять все лампы. Ну. Как ты, блин? Я наружу кидал. Я наружу кидаю. Ты же видел, что я, блядь, бью и нахуй. Не видел нихуя, блядь. О, красиво. Все, почистил капитально. Вот так, сзади. Жрите его, блядь. Все, я открываю, конечно. Давай, открывай. Да. Дверь куда? Full ammo! Сука! Да, ну ходи, заходи. Да, ну иди. А кто это? Да я. А, это ящик какой-то, ящик. Гену умоляется. 6 shots left. Вот это, зона, блядь. Калашик. Пиздец, гонишь. Сейчас, наверное, бойцы побегут. Нет? 3 shots left. Один райфл СКС. Куда же выдаются стоять? Я не так и не понимаю. Да, куда варды выдаются? Может, в ящиках появляются? Да, может быть, в шкафах. Да, в этом шкафу, где ты разваривал. Там появился СКС. Да? Да. Ну, это не точно. Натуре. Хуй ты. Надо пойти динамитику прикупить. О, нет, патроны. И патроны, динамики. А, очередь, да, у вас, я понял. Очередь, да. Ты последний, блядь. Я последний, блядь. Давай. Вот чей, блядь, вот чей. Ну отойди, ну ёпта, ты купил, отойди нахуй. Нахуй мой аппарат. Ну ты купил уже, всё, дай другим купить. Дай другим купить, Никит. У меня один динамит только. Всё, отъебись. У меня пенсионный, если иди нахуй, блядь. Всё, дальше. Так, все с улицы съебитесь, я кидаю динамит. Все с улицы уходим. Секунду, секунду. Включусь. Клумба? А, вот клумба. Сейчас клумбу будем запикивать. Итак, дамы и господа, встречайте, Дэвид Копперфильд, его ассистентка Клумба. Давай, Клумба. Что делать? Ты хоть скажи мне, ёпта. Ты просто стой. Сейчас Клумба превратится и залезет в ящик. Я понял. Ёпта, ну давай. А как я туда залезу, ёпта? Так, а как я туда Так, это меня кто-то поджал, я не могу двигаться, а вот. А ну открывай ее, открывай. Подходи сзади, осторожно. Вуф, вуф, повернись.
Я. Залез он туда? Нет, туда не... Пойдем лучше в дом, туда, где им шкафы. Нет, пойдем, я тебе через гравитацию подпрыгнешь или через... Нет, попробуем в дом. Есть. Блядь, я залез. Он такой шкет, блядь. Сюда не могу залезть. Бля, прикольно, да? Такой маленький, блядь. Как твой хуй, ёпты. Ты видел, да? Ой, 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 спасите клумбу, ёпты. Нет, не могу пролезть. Да сейчас здесь каким-нибудь этим самым, новый клип он туда затолкает. А, вот здесь я могу залезть, вот здесь я, наверное, спану. Ну-ка. Не закрывайся, не-не. Все равно, мне кажется, что этот, как его, размеры, да, те, размеры модельки все равно те же самые остаются. А жаль, да? Так, а дверь теперь закрылись, и как теперь отсюда выйти? Никак, блядь. Может, помогу? Эй! У меня там... Эгегей! Там внизу. Заебись. А меня теперь надо открыть. Меня теперь надо открыть. Пусть сидит, блядь, провинился. Ну я... Блядь, я застрял. Я застрял, блядь. А как у меня зомби реагирует? Как же? Колумба спиздил. Я не смогу посочиться тут. Открой шкаф, кто-нибудь, открой шкаф, а то не могу, я когда открываю, застреваю в текстуре, да. Открой шкаф, 1 рубль. Ебись вы, евреи, ёпта. Не, не могу пролезть. Серёга заположил. Ох, бля. Может, ещё меньше надо? Ещё меньше? Ну, чуть-чуть поменьше. Сколько, 0,3 поставил? Ты положил деньги в уфу на голову, смотри. Он с ним ходил только что. Да? Да. Стой, не двигайся! Стой, не двигайся! Не-не-не, тебе нужно, Андрюх, сюда вот запрыгнуть. Сейчас я иду. В ванную комнату. Ну побольше, наверное, мне еще надо сделать, нет? Не-не-не, запрыгивай сюда вот, где я. В ванну что? Да, отсюда. Не в ванную, а вот сюда. На раковину, а потом сюда, на ящик. Вы что, клумбу хотите утопить, блядь? Я себя в зеркале вижу, не понимаете. На ящик куда? Подожди, закрытый, я не могу. Можешь. Блядь. Сейчас, секунду, отдышусь. Что-то как-то... Нет, через унитаз, попробуй. Боже, залез, блядь. Ну, так, меня немножко не забываем, я немножко по-другому это как... Смотри, сейчас, а то, блядь, соответственно... Да можешь залезть же, если мы залезем. Да не прыгает он меня выше, он меня упирается во что-то головой, блядь, не могу... Слабо, что ли? Я думал, ты стоять будешь нормально на это. Не, я что-то не могу я сюда. Странно. Можно где-нибудь здесь, на столе. А я залез, блядь. Да, залез, без ног клипа? Да, без ног клипа. Красавчик, а у меня что-то не получилось. Делать? Ну, Вовка больше, чем я, да? Ну да. Да. 0,3 его. Ну, у меня сделайте 0,3 тоже. Сейчас. 0,3, 2 по 0,3, бля. 2 по 0,5, бля, сделайте. Я стал больше? Да, конечно. Как Вовка стал. Ааа. Aren't you the cutest? Как это, у тебя что, шарфик, что ли, сзади? Чё? У тебя чё, шарфик какой-то? Не знаю. Что это такое? Это рюкзак от рюкзака. Отойди, Греб, подойди. Чё там, блядь? Я что-то ударяюсь, блядь, не могу понять, во что. Ты прям вплотную подойди, блядь, вот. О. О. О, да, получилось. Ты прям впритык. Ну, о, блядь.
Да, сфоткал. Свет, выключи. Интим. Дверь закрываем. У Никиты, бля, глаза красные, бля. Трать хочу. Вампир ебаный, иди на попсу. Тихо. Поцелуй, блядь. Воу-воу-воу-воу-воу. Ой, это я кинулся в больный, извини. Две банки. Это выключится. Девятая волна, кстати, уже. Бля, я застрял, блядь, сука, пошел ящики надо. Застрял? Застрял, блядь, смотри. Чё ничего сделать не могу, блядь. И подпрыгиваем, и еще раз удар топора. На нах. Во! Прикольно выглядит, да. Главное, пулю шальную не поймёт. Мою, блядь. Дэн, смотри на нас, Дэн, иди сюда, смотри. Как гномы с топорами мочат зомби, смотришь на меня, нет? Да. Вуф, успокойся. Блядь, вуф. Не больше всех. Вот сюда, Дэн, смотри на меня. Так, сюда, оп. Ой, блядь. Блядь. Я ничего не увидел, меня убили. Нахуй. Найди меня, сейчас я покажу. Ну давай. Смотрю. Смотрю. Дворфы дают. Ну что, все что ли? Сейчас скажете, да. О, блядь. Эти куста, вы что в том есть? Хаммеркор, видишь? Марк Блэффис. Да, да. Вместо Дайкс. Вот он, автобус твой приехал. Да, 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 да. Опять этот чувак. Пустите миньона вперед, блядь! Его автобус. Слушай, мелкие гондоны сзади, блядь. Ну-ка нахуй идите, блядь. У меня проездной есть, не похуй. О, не Москва. Занимаем места согласно купленным билетам, блядь. Да, я выдохнусь. Расчехляй зеленого змея, блядь. Мы бухнем на заднем сиденье. Давай, ебанем. Да. Ой, блядь, хорошо пошла. Что-то вы не тем занимаетесь. Заебал пипикать, блядь. Машки нет дома, блядь. Ей гонит, как будто пиздец. Формула 1, блядь. Ну, супа, блядь. Ну. Мне карта Путина, пиздец.